В своей работе я часто сталкиваюсь с такой проблемой, что от яиц болит живот. Конечно, современные нутрициологи рекомендуют яйца как самый полезный завтрак и что можно есть его всем подряд без ограничений, и это приводит к печальным последствиям. Белок яйца усваивается у вареного на 90%, у сырого на 50%. В яйце содержатся все жирорастворимые витамины А, Д и ЕК, витамины группы В, в том числе витамин В12, лютеин, необходимый нам для зрения лецитин и многие другие полезные вещества. Если у нас здоровые органы желудочно-кишечного тракта и почки, то мы едим не более 6 яиц в неделю. Если хотим съесть больше, то просто убираем желтки. Если же у нас имеется застой желчи, дискинезия желчеводящих путей, то мы едим не более 2-3 яиц в неделю. Дело в том, что желток яйца обладает очень сильным активизирующим действием на моторную функцию желчного пузыря и может вызывать спазм. И даже у здорового человека, который съедает второй день подряд яичницу из 3 яиц, может возникнуть боль в правом подреберье. Согласно исследованиям европейских, американских, китайских ученых, которые в огромном количестве есть в открытом доступе в интернете, можно кушать не более 6 яиц в неделю. Употребление же 2 яиц ежедневно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 27% и риск преждевременной смерти на 34%. Поэтому будьте здоровы и ешьте яйца в количестве не более 6 штук в неделю.